В месяц Рамазан в шиитском районе открыты два кафе с официальным сертификатом халаль. Эти объекты оказывают услуги по утвержденному Духовному управлению мусульман Казахстана стандарту. Оба халал-кафе «Белес» и «Дамде» имеют высокий спрос. Есть постоянные клиенты. С учетом эпидситуации соблюдены все санитарные требования. Налажена служба доставки заказов и на дом. Предприниматели обеспечивают работу несколько десятков человек. Они намерены далее расширять свое дело. Сюда очень много шиелицев приходит, много заказов. Блюда очень вкусные. В районе не было халал-кафе, поэтому решили открыть. Получили сертификат ДУМК. Мы стараемся готовить вкусные блюда и строго следим за сервисом.